Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень красивый и в то же время простой коврик крючком. Для вязания я буду использовать три цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это 3,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашего коврика. Начинаем наше вязание с 6 воздушных петель. Первую петлю мы не затягиваем, это наша первая рабочая петелька. Дальше вяжем вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Теперь в первую петлю колечко соединяем. Дальше набираем 3 воздушные. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом в этом ряду. В кольцо вяжем второй столбик с накидом, третий и четвертый. Дальше провязываем 2 воздушные. Раз, два. И теперь колечко еще раз провязываем 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Это вот получился как бы первый наш блок. Начинаем вязать второй. Провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Разворачиваем вязание. Теперь будем вязать серединку. Провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, 2 воздушные, и теперь сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь, вот видите, последняя наша петелька, вот здесь. Мы провязываем вот сюда вот между последним столбиком и предпоследним, провязываем столбик с накидом. Вот мы провязали как бы второй блок. Начинаем третий. Третий блок будем вязать точно так же, как второй. Набираем 3 воздушные петли, поворачиваем вязание, в промежуток вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, 2 воздушные, раз, два, и теперь сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь вот в этот промежуток мы провязываем столбик с накидом. Смотрите, вот таким вот образом, как мы сейчас с вами провязали третий блок, третий, второй, мы будем вязать нашу полосочку, вот эту вот начальную. Это серединка нашего коврика. В зависимости от того, какой размер вы хотите получить, вы можете связать либо совсем длинную, либо покороче. Я буду вязать 17 вот таких вот элементов, 17 блоков. Самое главное, чтобы у вас количество этих блоков было нечетным. Я провяжу 17. Вот я провязала 17 вот таких вот блоков. Смотрите, если вам нужно больше, тогда провязывайте дополнительно блоки. Главное, помните, чтобы у вас число было нечетное. Если же меньше, соответственно, провязывайте меньше блоков. Когда провязали нужное количество, мы с вами провязываем еще одну воздушную и обрезаем ниточку, так как будем менять цвет. Вот здесь мы с вами закончили, берем новый цвет и в первый промежуток заводим крючок. Вытаскиваем петельку и провязываем 1, 2, 3 воздушные. Теперь в эту же петлю, в этот же промежуток мы с вами провязываем второй столбик с накидом. Это был как бы наш первый, это второй и сюда же третий. Всего 3 столбика с накидом.
Дальше вяжем 2 воздушные. Раз, два. Пропускаем один промежуток и через один вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Вновь 2 воздушные. Один промежуток пропускаем. Во второй вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И вот таким образом мы с вами будем провязывать, пока не дойдем до последнего вот этого промежутка. То есть до того момента, там, где мы с вами начинали вязание. Смотрите, вот здесь у нас остался последний промежуток. Мы провязываем с вами 2 воздушные петли. И вот здесь, вот где у нас было 4 столбика, вот в этот промежуток между предпоследним и последним будем сюда вязать 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Дальше 2 воздушные. Раз, два. Теперь вяжем вот сюда, вот наше колечко. Провязываем 1 столбик с накидом. Дальше 2 воздушные. Второй столбик с накидом сюда же. 2 воздушные. Третий столбик с накидом. 2 воздушные. Четвертый столбик с накидом. 2 воздушные. Пятый столбик с накидом. 2 воздушные. И шестой столбик с накидом. Теперь провязываем 2 воздушные петли и будем повторять полностью вот эту сторону. То есть сейчас мы провязываем так, как вот здесь. Вот наши 4 столбика. И между предпоследним и последним, вот сюда, в этот промежуток, мы с вами вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Дальше 2 воздушные. Один промежуток пропускаем, во второй вяжем, провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. 2 воздушные. И так продолжаем. То есть, смотрите, у нас получаются вот эти вот столбики друг напротив друга. И когда мы с вами дойдем до вот этой вот части, вот до вот этого угла, мы провяжем точно так же, как вот здесь. Вот, смотрите, мы провязываем 2 воздушные. И теперь одну опять пропускаем. И вот здесь вот перед уголком, вот сюда будем вязать уголок. А вот здесь вот мы как с этой стороны, так и здесь мы провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. Дальше 2 воздушные и повторяем точно так же, как вязали здесь. То есть будем вязать с вами 1 столбик с накидом, 2 воздушные, 2 столбик с накидом, 2 воздушные, 3 столбик с накидом, 2 воздушные, 4 столбик с накидом, 2 воздушные, 5 столбик с накидом, 2 воздушные и 6 столбик с накидом, 2 воздушные. И теперь вот здесь вот находим 1, 2, 3, третью петлю подъема, в нее вяжем соединительную петлю. Теперь набираем 3 воздушные петли, 2, 3, они нам служат первым столбиком с накидом над вот этим вот первым красным столбиком. Теперь в следующий столбик под 2 стеночки петли вяжем 2 столбик с накидом,
И теперь в следующий столбик точно так же вяжем третий столбик с накидом. Дальше 2 воздушные, точно так же, как вязали здесь. И опять провязываем следующие 3 столбика. Эти столбики вяжем под 2 стеночки петли. Провязываем первый столбик с накидом, второй, третий. И повторяем опять 2 воздушные и провязываем следующие 3 столбика. Первый столбик с накидом, второй и третий. И вот таким образом мы с вами продолжаем вязать до тех пор, пока не дойдем до нашего вот этого уголка. Вот мы с вами дошли до угла, провязали последние 3 столбика. Дальше вяжем 2 воздушные петли, так как вязали вот здесь. И теперь в первый столбик наш провязываем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. 2 воздушные. И теперь в следующий столбик, не в промежуток, а именно в столбик, мы вяжем опять 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Две воздушные. В следующий столбик точно так же вяжем 2 столбика с накидом. Первый, второй. Две воздушные. Следующий столбик вяжем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. 2 воздушные. Следующий столбик вяжем опять. Первый столбик с накидом и сюда же второй. 2 воздушные. И в последний столбик, который был у нас вот в этом уголке, провязываем 2 столбика вместе. То есть всего вот здесь, вот там, где у нас угол, у нас получилось 12 столбиков в этом ряду. А дальше будем повторять вязание так, как вязали на предыдущей стороне, на противоположной. Провязываем 2 воздушные. И теперь 3 столбика вяжем первый столбик с накидом, дальше второй, третий, 2 воздушные, и в следующую опять вяжем 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика, потом доходим до нашего вот этого уголка и его провязываем точно так же, как вязали вот этот. То есть мы провязываем с вами эту сторону, как здесь, а уголок точно так же, как вязали противоположный. Мы дошли до конца ряда, провязали точно так же, как и в прошлый раз, по 2 столбика в каждый столбик предыдущего ряда. И завершаем 2 воздушными петельками. И находим здесь опять 1, 2, 3, третью петлю подъема. И соединительной присоединяемся. Дальше набираем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом над вот этим столбиком. И теперь повторяем, как в прошлом ряду, вяжем дальше второй столбик с накидом и третий. 2 воздушные. И опять провязываем следующие 3 столбика. Провязываем первый столбик с накидом, второй и третий. 2 воздушные и повторяем. И вот таким образом мы с вами провязываем, пока не дойдем до нашего разворота. Вот я дошла до разворота, провязываю 2 воздушные петли. Теперь смотрите, в первый наш столбик провязываем 1 столбик с накидом, а во второй столбик вяжем 2. Первый и сюда же второй. Дальше вновь 2 воздушные. Раз, два. И повторяем. У нас идут 2 столбика следующие. В первый столбик вяжем 1 столбик с накидом. Дальше 2. Раз, два. И так провязываем еще раз, два, три, четыре. 4 раза. То есть полностью наш разворот. Вот мы провязали с вами полностью разворот. И теперь вяжем 2 воздушные.
Вяжем точно так же, как вязали противоположную сторону. То есть провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три, 2 воздушные и опять 3 столбика. 2 воздушные, 3 столбика. Доходим так до нашего следующего разворота. И разворот будем вязать точно так же, как здесь. То есть провязываем первый столбик, 1 столбик с накидом, дальше 2, 2 воздушные и повторяем 1 столбик, 2. И провязываем так полностью наш разворот. То есть мы с вами повторяем вот эту часть. Вот эту часть мы повторяем вот здесь напротив, а вот эту часть напротив здесь. В конце ряда мы с вами провязываем последние 2 воздушные петли. Теперь смотрите, присоединяемся здесь во второй столбик в вершинку под 2 стеночки. Соединительной, провязываем воздушную и обрезаем нитку, так как будем менять цвет. Начинаем вязать там, где и закончили. Первый столбик под 2 стеночки. Заводим новую ниточку. Провязываем 3 воздушные. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом. Теперь в следующий столбик вяжем второй столбик с накидом и третий. Дальше опять повторяем, как вязали раньше. 2 воздушные. И 3 столбика. Первый, второй, третий. 2 воздушные. И продолжаем так, пока не дойдем до нашего разворота. Смотрите, дошли мы с вами до нашего вот этого разворота. Провязываем 2 воздушные, как обычно. И теперь смотрите, мы, как и в том ряду, будем провязывать в последний столбик. Здесь он у нас был вторым, здесь будет третьим. В следующем ряду четвертым, пятым и так далее. Мы будем провязывать 2 столбика. То есть всегда до последнего по одному, в последний 2. И так мы будем провязывать полностью по нашей вот этой вот окружности. То есть здесь в этом ряду мы провязываем 1 столбик. Следующую петлю 2. И вот он наш последний столбик. В него мы провязываем 2 столбика с накидом. Первый, второй. 2 воздушные. И повторяем опять. 1 столбик. 2. И теперь в последний столбик провязываем 2 столбика вместе. Первый, второй. Провязываем так полностью нашу вот эту вот окружность, наш разворот. Вот я провязала полностью полукруг и теперь выхожу напрямую. И как обычно провязываю 2 воздушные и вяжу 3 столбика. Первый, второй, третий. Вновь 2 воздушные. И опять вяжу 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Провязываю так до следующего полукруга. И буду полукруг повторять точно так же, как вязала с этой стороны. Дошли до конца ряда, провязываем последние 2 воздушные петли. И присоединяемся 1, 2, 3 в третью петлю подъема. Вот мы с вами провязали первый ряд вот этим вот белым цветом. Смотрите, вот мы с вами провязали первый белый ряд. И еще нам нужно провязать белым цветом 5 рядов. Провязывать их будем по тому же принципу, как и этот ряд. То есть, вот эти вот боковые стороны наши, мы будем вязать 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика, и так до тех пор, пока не дойдем до нашего разворота. Там, где у нас идет поворот, мы с вами будем провязывать, видите, у нас как разделения такие идут, блоки, да? Получается, в каждом блоке у нас будут увеличиваться столбики. И все столбики, кроме последнего, мы будем провязывать по одному столбику с накидом. А в последний будем вязать 2. И так будем провязывать полностью наш оборот. Дальше вязать сторону и опять идти на полукруг. И вот таким вот образом мы с вами провяжем сейчас еще 5 рядов.
Смотрите, вот я провязала еще 5 белых рядов, и всего у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 белых и плюс 3 красных. Всего 9 рядов. И с этой стороны точно так же. Теперь я буду менять цвет и буду вязать следующий ряд таким же цветом, как вязала серединку. Да, обратите, пожалуйста, внимание, что вот здесь, вот там, где у нас был полукруг, в каждом вот этом нашем элементе должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, по 9 столбиков с накидом. Смотрите, начинаем вязание новым цветом сразу после полукруга, в первый промежуток. Вытаскиваем новую ниточку, провязываем 3 воздушные, это наш первый столбик с накидом. И теперь в этот же промежуток вяжем второй столбик с накидом и третий. 2 воздушные. И теперь в следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. 2 воздушные. И опять в следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. И вот так вот мы заполняем все промежутки, пока не дойдем вот до нашего следующего полукруга. Вот я провязала последний промежуток перед полукругом. Теперь вяжем 2 воздушные петли. Здесь одну петлю пропускаем, во вторую начинаем вязать под 2 стеночки. Провязываем раз столбик с накидом, следующую петельку 2. Следующую 3. 2 воздушные, 1, 2. 1 столбик пропускаем, во второй начинаем вязать. Провязываем 1, следующую петлю 2, в следующую 3. Дальше вновь 2 воздушные петли. 1 столбик пропускаем и в промежуток вяжем. Провязываем сюда 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь будем повторять вот эту вот часть. То есть набираем 2 воздушные петли, 1 столбик пропускаем, во второй начинаем вязать. Провязываем первый столбик с накидом, следующую петлю, второй, следующую, третий. 2 воздушные. 1 столбик пропускаем, во второй начинаем вязать. Провязываем первый столбик с накидом, второй, третий, 2 воздушные, 1 столбик пропускаем, в промежуток вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные и начинаем повтор. То есть вот так, как мы с вами провязали вот здесь, мы будем вязать все наши вот эти вот полукруговые, скажем так, части, пока не дойдем до вот этой стороны. Вот я провязала последнюю часть полукруга. И теперь буду повторять вот эту сторону. То есть провязываю 2 воздушные петли. Здесь один столбик остается свободным и начинаю вязать 3 столбика в первый промежуток. 1, 2, 3. 2 воздушные. И теперь в следующий промежуток 3 столбика. 2 воздушные, 3 столбика. И вот так вот провязываю, пока не дойду до следующего полукруга нашего. А полукруг буду провязывать точно так же, как вязала с этой стороны. В конце ряда провязываем последние 2 воздушные петли. Присоединяемся в вершинку второго столбика под 2 стеночки соединительные. Провязываем воздушную и обрезаем нить. Дальше я буду вязать ряд красным цветом. Здесь не важно, в каком месте мы начнем вязание, потому что во все вот эти наши промежутки, там где у нас были провязаны 2 воздушные петли, мы будем провязывать 3 столбика с накидом. Вытаскиваем новый цвет, набираем 3 воздушные, они нам служат первым столбиком с накидом. И теперь сюда же вяжу второй столбик и третий.
2 воздушные, следующий промежуток, точно так же 3 столбика с накидом. В этом ряду мы будем вязать только по 3 столбика в каждый промежуток, чередуя их с 2 воздушными петлями. Вновь 2 воздушные и в следующий промежуток 3 столбика. Первый, второй, третий. Смотрите, и так мы вяжем по кругу, и вот здесь вот, то есть в каждый вот этот промежуток, даже вот здесь, где полукруг у нас получился, мы вяжем там, где у нас было 2 воздушные петли, и вот в этот образовавшийся промежуток мы будем провязывать по 3 столбика с накидом. И опять-таки не забывайте про 2 воздушные петли. В конце ряда провязываю последние 2 воздушные петли, вершинку второго столбика присоединяю к соединительной. 1 воздушная петля и обрезаю ниточку. Следующий ряд также буду вязать коричневым цветом. Точно так, как вязала предыдущий. То есть, смотрите, мы опять в любом месте с вами в промежуток заводим крючок, вытаскиваем новый цвет, провязываем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же вяжем второй и третий. 2 воздушные и в следующий промежуток 3 столбика с накидом. То есть мы полностью повторяем предыдущий ряд. 2, 3, 2 воздушные и опять следующий промежуток 3 столбика. И вот таким вот образом мы с вами провязываем полностью этот ряд. В каждый промежуток по 3 столбика и между нашими связками по 2 воздушные петли. В конце ряда провязываем последние 2 воздушные петли и во второй столбик в вершинку под 2 стеночки присоединяемся. 1 воздушная и обрезаем нитку. Теперь я буду вязать белым цветом. В любом промежутке можем начинать вязание. Заводим крючок, вытаскиваем нитку, набираем 3 воздушные петли. 2, 3. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же вяжу еще один, чтобы получилось 2. Дальше 2 воздушные. И теперь в этот же промежуток вяжу еще 2 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. И перехожу к следующему промежутку. Буду повторять. Провязываю 2 столбика с накидом. Первый. Второй. 2 воздушные. И сюда же 2 столбика с накидом. Первый и второй. И вот таким образом мы с вами провязываем по кругу до конца ряда. Теперь в конце ряда мы присоединяемся в вершинку второго столбика под 2 стеночки соединительной. И переходим соединительной в арочку. И теперь будем провязывать ряд точно так же, как предыдущий. Набираем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом. Теперь в этот же промежуток вяжем второй столбик с накидом. 2 воздушные. И сюда же вяжем 2 столбика с накидом. Первый и второй. Теперь находим следующие 2 воздушные петли и в эту арку повторяем 2 столбика с накидом. Первый, второй, 2 воздушные петли. И теперь сюда же 2 столбика с накидом. Первый и второй. И таким образом мы провязываем по кругу до конца ряда. В конце ряда во второй столбик в вершинку под 2 стеночки соединительной присоединяемся. Переходим соединительной в серединку арки. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же вяжу второй столбик с накидом. Дальше 3 воздушные. 1, 2, 3.
и находим основание наших столбиков, вот эти вот две петли, две стеночки петли. Провязываем столбик без накида. Дальше опять 3 воздушные. Раз, два, три. И теперь находим вот эту вот петельку, полосочку, и основание нижней, чтобы вот так вот мы зацепили наши петли. И опять провязываем столбик без накида. Теперь в эту же точку, в эту же арку вяжем еще 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй. Вот что у нас получается. И находим следующую арку и повторяем. 2 столбика с накидом. Первый, второй. 3 воздушные. Раз, два, три. В основание 2 петелек захватываем. Провязываем столбик без накида. 3 воздушные. Раз, два, три. И теперь в основание этих 2 петелек также провязываем столбик без накида. Теперь в арку, куда вязали 2 столбика, провязываем еще 2. Первый и сюда же второй. И вот таким вот образом мы делаем полностью обвязочку по кругу. Вот я дошла до конца ряда, и теперь смотрите, нахожу второй столбик, вот сюда вот как бы в него завожу крючок и соединительное присоединяюсь. Одна воздушная и обрезаем нитку. И вот такой вот коврик у нас получился. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить мои дальнейшие мастер-классы. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.